241 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Мурманской области за сутки. За выходные 23 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 82, Печенском плюс 51 и Кандалакшском плюс 31 районах. В регионе уже началась массовая вакцинация от коронавируса. Чтобы сделать прививку, нужно записаться через портал госуслуг. Однако специалист отмечает, что в первые дни запуска записи на вакцинацию возможны технические сбои системы, это связано с наладкой. Во время записи на прививку из полного перечня медучреждений нужно самостоятельно выбрать либо поликлинику, либо больницу, либо центр специализированных видов медицинской помощи. В том учреждении, где делают прививки, в строке «Услуги» вы увидите «Вакцинация от COVID-19», выбираете этот пункт, дату и время. Пояснила начальник отдела цифровизации системы здравоохранения Мурманской области Наталья Харламова.